Армяне, незаконно поселившиеся на территории Азербайджана, которые должны покинуть город Лачин, село Забух и Сус до конца августа, продолжают разрушать и поджигать дома и леса. Как передает Вести АС, несколько дней назад армяне, которые должны были покинуть Лачин, подожгли территории Азербайджана. Распространились видеозаписи, на которых отчетливо видно, как армяне разрушают и поджигают дома и леса. Предоставляем вам эти кадры. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!